Всем привет-привет! Вы на канале Дневник Натали. Сегодня, друзья, у Артурчика будет операция. Сейчас 8:20 утра. Приехала, бегу к нему. Врач уже подходил, спрашивал, как настроение, как дела. Артурчику сделали укол такой расслабляющий, успокоительный. Маршрутки, конечно, переполнены. Я хотела пораньше приехать, но не получилось. Но я еще все успеваю. Бегу к нему. Держите за нас кулачки. Мы очень-очень переживаем. Ну вот, друзья, я уже в палате. Успела. Говорится, мужа поцеловала, пошел. 8:30 забрали его в операционную. Ну все, сказали ждать. Все будет хорошо. Последние анализы утром сделали. Сказали, все нормально. Ждем. Надеюсь, что время будет идти быстрее. Ужасно не люблю ждать. Все будет хорошо. Ну вот, друзья, прошло 2,5 часа. Все хорошо. Артурчик. Вот мой красавчик. Он у нас борец, молодец. Отходит еще от наркоза. Все. Операция прошла успешно. Все хорошо. Все. Мы теперь выздоравливаем. Мы спортсмены. Все хорошо. Какой сладкий. Да? А то я на всякой рыбалке. Да. На карасей, на сазанов, на щук. Ух, наловим, держись. Будем отрываться по полной. Держись, Днепр, да? Да. И не только. И не только. Поедем еще на Лобатово. Да. Все хорошо. Вот. Тут Артурчик, он одели компрессионные чулки на одну, на вторую ножку. Положили ему туда подушечки, вот так ножки повыше ему. Вот. Он еще ничего не чувствует, сказали. Ну, как говорится, ничего не чувствует. Чувствует, конечно, боли не чувствует, слава богу. Там вот есть кнопочка такая, если вдруг чего, вызовем доктора. Все будет хорошо. А завтра уже нам разрешат садиться. А если все будет вообще отлично, даже вечером разрешат немножко вставать. А послезавтра уже потихонечку будем вставать. Все потихонечку мы останавливаемся. Да. Сказали, если попозже захочет кушать, можно и покормить. Водичку пить надо много, не менее 2 литров. Сейчас потихоньку будем поить. Или просыпаемся от наркоза. Отходится. Все хорошо. Спасибо всем за поддержку. Нам очень приятно. Для нас очень важна поддержка. Это и приятно, и ощутимо. И всем нужна поддержка. Даже поросятам. И поросятам тоже. Все, спасибо. Ну, вот так вот теперь выглядит у Артура ножка. С вот таким вот суставчиком. Теперь у меня муж Робокоп. Да? Или как? Киборг. Киборг. Самый любимый киборг. Мы с шейкелем вроде бы. Да, и у шейкеля тоже на тазобедренном суставчике, на правом, тоже правый, сделали операцию, еще у него и на коленочке, и тоже там металлическую пластиночку мы вставили. В общем, теперь у меня мужички, киборги, самые любимые, родные. Ну, у Шекелюхи 4 месяца прошло после операции, уже бегает, тут вот усички,
Так и папочка потихоньку-потихоньку восстановится. Она самая страшная позади. А сейчас осталось только выздоравливать, набираться сил. И все, и слушаться врачей. И не падать духом. Да, а куда уже падать-то? Уже все, уже наоборот. Оптимистическое настроение. Все хорошо. Падать духом надо было вчера. Уже поздно. Уже совсем поздно. Вчера не знал, падать насколько или не падать. Да, все. Поздно опоздал. Теперь все, только радоваться, восстанавливаться. Все. А друзья нас все поддержат. Ну вот, друзья, Артурчик почти практически вышел из наркоза. Ему разрешили кушать. Смотрите, какой у нас сегодня обед. Вот такой супчик. Сейчас посмотрим. С фрикадельками. Пахнет очень аппетитно. Вот такой рис, курочка, хлебушек. Какой-то соус. Салатик с капусточкой. Огурчик. Что здесь? Помидорчик свеженькое. И компот. Так приятно, что уже и кушать разрешили. Да, жизнь малина. Сейчас буду Артурчика кормить. Артурчику приятного аппетита. Кто кушает, тоже всем приятного аппетита. Спасибо. Картошечка молодая, вот вижу. С молодой картошки сделали. Прям видно, что с молодой. Приятного аппетита. Все, все хорошо, мы восстанавливаемся. Все, раз аппетит есть. Процесс пошел. Да. Ой, как пахнет супчик. Вот. Не ожидала, что так будут кормить, честно. Очень приятно, очень. Закушать хочется, значит, восстановление быстренько пойдет. Если хочешь, я тебе привезу завтра хлеб наш. Хлеба маловато, один кусочек. Ну и Артур любит бездрожжевой хлеб кушает. Это, конечно, обычный хлеб. Сейчас попробует Артурчик второе. Так, рисик. А ну попробуй соус. Что за соус? Соевый? По-моему, соевый. Не сильно густой. Соевый, соевый. Соленый терияки был бы сладким. Даже прожевать не дает. Извини. Хочу тебя сильно накормить. Ай, смотрите, друзья, это не просто ножка, она чем-то начинена. Сейчас посмотрим. Вот это удивление. Сейчас. Ничего себе. Так. А я думала, тут с косточкой, понял? Это окорочок чем-то начиненный. Смотрите. Так, сейчас Артурчик попробует и все скажет. А ну-ка, кусинкой. Смотри. Фаршированный окорочок. Видите? Обалдеть. Да, мясом. Мясом фаршированный. Ну, очень, очень здорово, да? Прикольно? Вкусно, да. Прожевал? Да. Кормилица сейчас накормит. Жуй, жуй, глотай. Сейчас к нам доктор подходил. Игорь Анатольевич наш
который делал операцию. Ну, сказал, что немножко проблема, конечно, была при операции. Ножка у Артура была не в очень хорошем состоянии. Пришлось там доращивать какую-то косточку. Сильно продавилось это все за столько лет. И немножко, сказал, были кровопотери, но не критичные. Сказал, что все будет хорошо потихонечку. Ну, и компот. Хороший освежающий, без сахара. Все хочешь? Артур. Ой, молодец. Все. Артур молодец. Теперь можно терпеть наравне с голодным. И теперь можно спать, отдыхать и набираться сил. Да. Здравствуйте, друзья, еще раз. Вот лежим, отдыхаем после операции. Принесли полдник. От таких полдников можно, как говорится, поправиться. Смотрите, друзья. Мороженка. Плохо не могу. Повернуться не могу. Сейчас разверну камеру. Вот такой полдник. Креманочка мороженого с фруктами, с киви. Так что будем сейчас полдничать. Хоть какая-то, как говорится, как это сказать, какой-то такой вот, хоть какое-то отвлечение всего, что произошло с утра. Это еда. Особенно такая вкусная. Ну, все, буду, как говорится, топтатурить. Маленькая такая порция. Ничего, зато пахнет вкусно. Это абрикоса. Вообще супер. Все, у меня слюни потекли. Отключаюсь. Друзья, я вас обманул. Я думал, это мороженое. Это, оказывается, творог. Сладкий творог. Но я его не очень ем, в принципе. Буду сейчас топтать потихонечку. Или верхушку съем, и все. А это творог. Ну, ничего. Не каждый день коту масленица. Ладно, все, до связи. Ну вот, друзья, уже вечер. Я съездила домой, выгуляла малого. Он, конечно, скучает. Ну, ничего, немножечко подождет, и папочка наш домой вернется целовать, обниматься с Шекелюхой. Артурчику принесли ужин. Сейчас вам покажу. Вот. Сегодня вот такой ужин. Молодая картошечка, не знаю, с какими-то отросточками, очень похожа на, не знаю, отростки фасоли, но я могу и ошибаться. Свежий огурчик и вот такая котлетка. Не знаю, что это. Вот такой кексик. Вот такой ужин. Конечно, не знаю, чая компота почему-то нет или потом принесут. Но если что, у нас свой есть чай. Все. Да, Артурчик? Сейчас будем ужинать. Сейчас Артурчика покормим. Еще шести нету, уже кушать надо.
Все по расписанию. Ты же знаешь, режим больничный – это такое дело серьезное. Это да. Сейчас покажу вам. Артурчику вот такие чулочки одели. Он у нас теперь как балерун. Да. Ножками шевелит. Вот как цискоридзе. Главное, что настроение шикарное. Супер. Компрессионные чулки. Спина, правда, уже колом. Ягодицы уже колом. Уже с утра лежишь, что-то не шевелясь. Только ножкой шевелишь и пальчиками, и все. Ну, еще чуть-чуть плечи от кровати открываю. Чисто вот так. Больше пока нельзя ничего. Завтра будем. Врач сказал, будем пытаться садиться. И то посмотрим по этому самому. По состоянию. Да, если голова кружится не будет. Но завтра лечащий врач выходной, его не будет завтра. Ну, другой врач, но не важно. Зато будет главный врач, который тебя оперировал. А лечащий ассистировал. Вот так. Но они тут все классные, крутые врачи. Посмотрим, какие дядьки будут. Все расскажем. Ничего не утаим. Мои 110 килограмм поднимать. Да, может, уже похудел? Есть еще. Ну все, мы будем ужинать. Вернее, Артурчика буду кормить. Все, Артурчика накормила. Честно скажем, котлету не поняли, из чего она приготовлена. Но вкусная, да, съедобная? Вкусненькая. Что-то между печенкой и рыбой. Она не белая, чтобы была как рыба. Но и печенкой она сильно не отдает. Ну, в общем, что-то они там замаскировали, но это вкусно. Я даже тоже кусочек попробовала, чтобы определить что-то. Ну, мы так с Артурчиком и не поняли. Но у нас еще есть несколько дней в запасе. Вот я распаковала кексик. Смотрите, как. Маленькие, хорошенькие. Со сгущеночкой. А ну-ка. Артурчик. Артурчик весь в мобильной, в телефоне. Все пишут, все переживают. Всем нужно ответить. Артурчик распаковывает кексик. Маленькая пасочка. Вот такой. Куличик маленький. Сейчас будем дегустировать. Так, сейчас я переверну. О! Что это за кадр? Ну, люблю обсматривать бумажки. Спалила мужа. По горячему. В самом неподходящем. Да я даже не ожидала. Вот такой. А ну-ка, попробуй. Артурчик любит с вареной сгущенкой. Покажи. Красивенько. Вкусненько. Едабельно. Сейчас чаечек. Вот так чаечек пьем. Ты уже можешь держать стакан? Да, могу, я же взрослый. Аккуратно, не наклоняй. Взрослый. Вот так взрослые кушают кексики. А что? Мы тоже хотим быть детьми. Да, не так уж, как и детьми. А чтобы ценили и заботились, это очень приятно. Как детей. Вот так. Вкусно? Да. Типпи-типа, типпи-типа. И благодарство. Ну все, друзья, спасибо вам, что были сегодня с нами. Я думаю, заканчиваем запись на сегодня в своем дневничке. Пусть Артурчик отдыхает, восстанавливается. Встретимся завтра. Всем спасибо.